Всю информацию в более подробной форме мы разместили на нашем сайте postradio.pl/397. Заходите в сайт и смотрите фотографии. Мы переходим к обзору постпечатки. Издание «Жестополита» в Адвокатской России «Башка» сопротивляется и не потихоньку. А в ней пытаемся мы не нашел общего заказа в этом вопросе более глубокой интеграции. Планом и протестом экологических организаций в будущем году на территории Германии начнет действовать новая электростанция на базе каменного угля, пишет издание «Дневник Экоправды». Новая угольная электростанция, строительство которой началось еще в 2007 году, находится в 30 километрах на север от Дортмунда. Ее мощность составит 1100 мегаватт. Ее должны были запустить еще в 2011 году, но из-за технических проблем, а прежде всего из-за протестов локальных властей, экологов и общественности, строительство постоянно прерывалось. Местные жители не хотят, чтобы в их регионе действовала угольная электростанция выбросы СО2, которые могут достигать до 8,5 миллионов тонн в год. В прошлом году доля производства электроэнергии за счет угля в ФРГ составила около 35%. В глазах критиков большое сомнение вызывает происхождение угля, которое будет использоваться для работы новой электростанции. Дело в том, что каменный уголь уже не добывается на территории страны по техническим причинам. Две последние угольные шахты были закрыты в Германии в конце прошлого года. Теперь самым большим поставщиком угольного угля для Германии является Российская Федерация. И ей приходится 40% всего импортируемого каменного угля. Страховые компании поддерживают инициативу премьера Коши Михайловича Моровецкого, который анонсировал комплексный план улучшения ситуации на автодорогах страны. Об этом пишет МТЗ «Кокольское судебное». ДТП наносит большой ущерб не только водителям, но и экономике. Страховые компании также часто сплачивают более
следующий срок управления. Я уверен, что многие политические силы, помимо партии «Право и справедливость», будут его поддерживать. Приняв во внимание результаты опроса, страны лидируют свою последнюю активность на польской политической сцене, Дональд Туск решил, что участие в президентских выборах было бы для него слишком рискованным. Как я уже говорил, для многих лет это решение не стало неожиданностью. Стоит хотя бы вспомнить последнюю активность Дональда Туска в Польше, какие последствия ожидали все организации, которые он поддерживал. Глава канцелярии премьер-министра также прокомментировал дискуссии вокруг лиц, выдвинутых право на справедливости Конституционный суд Польши. Станислав Петрович, Кристина Павлович и Эльжбета Хойнадух стали кандидатами на должности судей. Это добрая номинация, которая клуб «Право и справедливость». Я считаю, что «Право и справедливость» выдвинула хороших кандидатов в Конституционный суд. Мы обсудим всеми эти кандидатуры. Я надеюсь, что все они заручат поддержкой. Поскольку партия «Право и справедливость» имеет большинство в нижней палате польского парламента, то там не должно возникнуть никаких противоречий в связи с выдвижением этих кандидатов. Однако депутаты партии «Согласия» не совсем довольны этими выборами. Я такие же поведи Я не слышу таких высказаний из тех кандидатов, которых мы выдвинули как политический клуб «Право и справедливости». Это опытные юристы. Профессор Кристина Павлович много лет преподает. Она является доктором юридических наук, сотрудницей Варшавского университета. На ее счету множество публикаций. Другие два кандидата – это также опытные профессионалы. Однако Станислав Петрович не получил депутатский мандат, то есть избиратели посчитали, что его не должно быть в новом созыве Сейма. Офигеще, там нужно был мандат. Конечно, господин Петрович не получил мандат. Вот только сейчас речь идет не о политике, а о важном государственном органе, который и была выдвинута его кандидатурам. Это не новость, в Польше и во всем мире. Места, которые раньше не занимались политической деятельностью, попадают в различные важные государственные учреждения. Однако речь не идет о том, что кто-то занимался политической деятельностью, вопрос в том, как он это делает. Станислав Петрович активно поддерживал изменения судебной системы, которые сам достаточно были вспомнены, в том числе и Европейской комиссии и Европейским судом по правам человека. Господин Петрович является опытным парламентарием. Два судья Сейма он был депутатом. Еще раньше, в течение двух созывов, он был сенатором. Он сделал свой парламентский вклад. Конечно, может так произойти, что законы, над которыми мы работаем в Сейме, потом изменяются или отклоняются. Так происходит. Однако это никого не дисквалифицирует, если идет след об движении чьей-либо кандидатуры. Польская Рада задала вопрос Михаилу Рыбовщику, а могут ли эти спорные кандидатуры, которые были выдвинуты, Конституционный суд Анжел Дуде в его переизбрание в президента. Не рассматривал он тот кандидат в этом контексте? Я не рассматривал эту кандидатуру в таком контексте. Однако я не вижу никаких причин и предпосылок, почему и как эти кандидатуры могли бы навредить президенту в избирательной кампании. Как я уже говорил, каждый из них очень хорошо подготовлен к выполнению новых обязанностей. Однако президент будет вынужден добиваться расположения не только сторонников «Права и справедливости», но и центристов. Последние же говорят, что кандидатуры Станислава Петровича и Кристины Павловича – это пощечина для избирателей. К примеру, издание «Суперэкспресс» пишет, что президент Дуда заблокирует выдвижение Станислава Петровича. Сегодня объединенные правые силы, которые на последних выборах получили более 8 миллионов голосов, это самый лучший результат в истории Третьей Речи Посполитой. Ни одна другая партия, ни политическая сила не получали такой поддержки. Это обширное формирование, которое включает в себя различные группы. Некоторые из них имеют более консервативные взгляды, более правые. Другие – более центристские или более либеральные. Это естественно, что такой большой политической силе есть люди с разными ожиданиями, точками зрения. Это очень хорошо. Это демократическое формирование, которое выражает свои взгляды демократическим путем. Ничего удивительного нет в том, что то или иное предложение активнее поддерживает одна группа и меньше другая. Я не вижу в этом ничего удивительного. Михаил Дворкин отмечает, что только президент Дуда может принять решение, стоит ли блокировать продвижение кандидатуры Станислава Петровича или нет.
что там питание до пана президента, либо... Это вопрос к президенту и его сотрудникам. Я могу повторить, что мне предпочло к тому, чтобы опасаться того, что кандидатуры, выдвинутые в равной справедливости, могут иметь какие-то сложности и проблемы с выполнением своих новых обязанностей. Для главы государства чрезвычайно важно, что лица, которые будут назначены в судьи конституционного суда, гарантировали, что авторитет этого органа будет повторять те, кто авторитетов президента была уже в Сухарске. Глава конкретно премьера прокомментировал. Я думаю, что это важно для всех политиков, независимо от их партийной принадлежности, а не только для лидера страны. Конституционный суд является одним из самых важных органов государства. Мы, как политический клуб «Правды и справедливости», выдвинули этих кандидатов, потому что считаем, что они хорошо подготовлены и будут хорошо выполнять свои новые обязанности в пользу и для конституционного суда, и для всего государства. Напомню, что собеседник Комитетского радио был глава администрации премьер-министра Польши Михаил Кудрявцев. Польша. Близ. Наклон. Наклон. Часто. Я слышу для каждого. Просто всегда. Польша. А в нашей эфирной очереди выпуск рубрики «Третий сектор». Сегодня о кулинарном и детских искусствах. Слава Ирина Ильича. Дети готовят очень охотно, однако пробуют приготовленные иногда очень осторожно. Порой им надо показать, что иногда еда выглядит и пахнет непривычно, но вкус бывает отменный. И именно этому учатся у нас дети. В наших правилах никогда не говорить на еду «фу», не говорить «нет», а стараться попробовать. С какого возраста, на ваш взгляд, можно приучать детей готовить? Релакцию взяли за шнайл готовать. Уважаемые, мы начинаем готовить уже с 3-летки. Мы считаем, что прививать навыки здорового питания надо с самого младшего возраста. Если дети с самого начала узнают, как увлекательно и просто готовить разнообразные блюда, тем меньше им будет хотеться мусорной еды, которой вокруг нас стало слишком много. А как организованы занятия? Занятия проводим циклично, по собакам. Занятия ведутся циклично каждую субботу. Дети готовят с нами в группах. Повар-малыш, повар-постарше и повар-тинейджер. Примерно по 15 человек. Мы готовим 2-3 блюда, а потом вместе пробуем. Но главное, все мы садимся вместе за общий стол и беседуем о том, что и как мы готовили, что нам понравилось, а что было не по вкусу. Мы хотим показать, что собственноручно приготовленная еда может быть удовольствием. Мы никогда не принуждаем себе, только приложим к себе, к этому выпуску. Продолжение следует...
какао модули – это прежде всего пансионарии. Молодые люди, которые обожают готовить, интересуются миром, имеют множество хобби, увлекаются альпинизмом, изучают историю искусства. Но всех нас объединяет любовь к готовке и к детям, и желание, чтобы этот мир стал немножко лучше. А вкусная и здоровая еда – это предлог для приятной беседы, совместного досуга и общения. Дети у нас учатся сотрудничеству, самостоятельности, уверенности. Думаю, это главное достоинство наших занятий. Таким пассионарием является еще одна моя собеседница, будущий искусствовед, студентка Варшавской академии изящных искусств Дарья Змеева. Моя пригодительная шага не припарится так долго. Мое приключение с Литом Шах длится довольно долго, почти 5 лет. Я начала работать там еще подростком, и с того времени я очень многому научилась. Не только с кулинарной точки зрения, потому что меня приняли не как эксперта в кулинарии и в работе с детьми. Я приобрела эти знания и опыт в процессе работы. Речь идет также об опыте установления контакта с малышами, подростками, но также с родителями этих детей, потому что мы многое должны объяснить не только детям, но и взрослым. Дарья, а поделись-то своим способом привлечения детей к готовке, чтобы они не бежали в Макдональдс? Думаю, надо давать хороший пример. Понятно, что у всех мало времени, готовка занимает время, поэтому так популярны заказ еды или рестораны фастфуда. Я считаю, что важно зайти с ребенком на кухню и попросить его что-то сделать. Это могут быть самые простые действия, вроде «дай мне ложку», «разбей яйцо», «посоли». Речь идет о том, чтобы включить ребенка в работу и не бояться, что он обожжется, порежется или разобьет тарелку. А что же говорят сами дети, участники курса «Паста» и «Баста» о занятиях в школе «Литл Сет»? Меня зовут Войцек, и я интересуюсь готовкой. Помогаю маме печь пироги. Готовить для меня не так уж важно, но я очень люблю это делать. На этих занятиях я уже второй раз. Сначала делала бутерброды, а сейчас макароны. Я Ханарата. Для меня это удовольствие. Я люблю готовить для семьи здоровую еду. Правда, особенно я люблю готовить десерты. Но полезно. А я увлекаюсь готовкой, потому что меня заразила этим моя тетя. Она часто со мной готовит, когда мы встречаемся. Точно говоря, у меня нет какого-то любимого блюда. Я просто люблю готовить. Это решительная точка поставила в нашем рассказе о школе готовки для детей и не только девушки по имени Аста. А еще у меня звонили художники Юлия Малинчик и Дарья Змеева. Ну, когда подготовила Ирина Галица, мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели, наш эфир подошел к концу. Спасибо, что были с нами эти полчаса и слушали нас. Пишите нам еще эти письма в конвертах и в электронном виде. Наш интернет-адрес rus@polskyradio.com, чтобы 2626 нашла Ленинка Белинске 77085. С вами была Ирина Кудрявцева, а мне помогал Коля Рыбина. До новых встреч, удачи! Раз, два, три, 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 раз, два, три
Восточная европейская волна Радио Польша вещает 24 часа в сутки в интернете с мобильного устройства и через спутник на русском, украинском и белорусском языках. Подробную информацию и подкасты вы найдете на сайте www.radiopolsha.pl. Нас можно услышать в Москве на средних волнах на частоте 738 кГц 18.00, 21, 23, час ночи, 4, 4, 30, 7 и 10 утра, а также 17.30 по московскому времени. В Калининграде, Беларуси, Украине, в Балтийских странах, а также в европейской части России слушайте нас на средних волнах Radio Baltic Wave на частоте 1386 кГц на русском языке с 19.30 до 24.30 по московскому времени, на белорусском с 7 до 8 утра по минскому времени. На Кавказе из бассейна Черного моря мы вещаем на средних волнах на частоте 1395 кГц в 22.30 по московскому времени. Адрес нашей электронной почты rusobaka.polskieradio.pl. Оставайтесь с нами.